Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Поклонники просто возмущены. Родные Заворотнюк сделали первое официальное заявление. Семья больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк нарушила молчание, опубликовав пост на ее инстаграм-страничке. Правда, в первом официальном заявлении семьи актрисы до этого все слова родственников передавали пресс-директор Заворотнюк и ее концертный директор. Ни слова о ее болезни, а лишь жалобы на травлю СМИ и спекуляции. А также слова благодарности Стасу Михайлову за поддержку. Родственники Заворотнюк также отметили, что будут на ее странице бороться с фейками. Но поклонников актрисы это возмутило. Они хотят услышать правду. Поклонники также желают актрисе скорейшего выздоровления. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!